Пожалуйста, присаживайтесь. Мы с вами продолжаем изучать первое послание к Коринфянам, 12 глава. Говорим о дарах Святого Духа. Мы остановились, закончили 9 стих, и речь шла о даре веры. Вообще я хочу сказать, что любой из даров, он очень по своему фактуре, по проявлению, он может быть очень разным и достаточно широкий диапазон имеет. Странно, но почему-то сегодня современные верующие смотрят достаточно унифицированно, то есть узко. Вот, если это блок какой-то, вот он должен иметь четкие размеры, и не больше, не меньше, там, 40 на 20, например, да? А ведь по-разному проявляться может этот дар. Дар веры, вот он есть у каждого человека, но есть отдельные люди, которые в тех же самых обстоятельствах показывают супер, как бы, способность верить. Именно верить. И сама по себе вера, она ведь очень сложно устроена. Хотим мы этого или нет, у веры есть когнитивная составляющая, то есть интеллектуальная. Понимание человека. Вера, которая строится только на восприятии вот Бога в каком-то абстрактном, феерическом, она тоже не будет иметь достаточную силу, поскольку так мы сотворены Творцом. Человеку, чтобы верить, ему нужно на что-то опираться. Несмотря на то, что вера сама по себе является нематериальным каким-то, вот нематериальная категория, но она должна на что-то опираться. И, как я говорил, вера способна очень хорошо опираться на святость, на отделенность от этого мира. Когда человек знает, что он не делает те или иные грехи, это не значит, что человек идеальный, вообще не ошибается в жизни. Так не бывает. Но есть разница, когда человек грешит, там, я не знаю, деньги из кассы ворует, да? И как у него проявится дар веры, вот мне интересно это. Или втихаря блудниц посещает. Ну, откуда у него дар веры будет? Вот этот вопрос у меня. Я открыто уже говорю, да, там, не загадка. Но когда человек живет посвященной жизнью, отделенной, его вера опирается на что-то. И, конечно же, здесь важная оговорка является, что вера не должна опираться на самоправедность. То есть, когда человек о себе думает, что он суперсвятой, и никто ему не ровня, это гордыня. И тогда тоже не будет проявления вот этого дара веры. Теперь, примеры из Писания. Какие мы можем привести? Вот как проявлялся дар веры у обычных людей. Обычные люди – это все, кроме Иешуа Мессии. Все, кроме Иешуа Мессии. Думаю, что апостолы наделены были этим даром больше, чем другие люди. Потому что молитва, например, о хромом человеке, который сидел у красных ворот. Или Петр, когда идет по воде, разве это не реализация веры в то, что вот его держит за руку Господь, и он может идти? Это реализация этого дара. Потом, вы помните эпизод, описанный, что люди ходили там помолиться, а потом платки просто прикладывали, и кто-то исцелялся. Или женщина, которая коснулась цицита Иешуа. Она верила, что если она это сделает, она исцелится. Так что ее исцелило? Прикосновение к краю одежды? Или ее вера? Но вера опиралась на действие. Вот что я хочу сказать. Она могла бы поверить в другое. Коснусь сандалии его, например. Да? Вот это проявление дара веры. И у одних людей он проявляется, и они до конца как бы идут в этом. У других нет.
И в Библии вы можете это найти, да, если будете веровать, то это произойдет. Или по вере вашей, да будет вам. Я помню, вот, ну, такой пример, немножко разрядить хочу, все, я смотрю, так. Поехал я на рыбалку с другом своим один раз. И вот в конце рыбалки уже, он мало, совсем чуть-чуть поймал, вот, а у меня много. И он достает из рюкзака кулечек такой маленький, вот, и складывает. Я достаю такой здоровый пакет туда, значит, понятно, что я поделил, а ему некуда рыбу даже дать. Вот, вот. И я ему говорю, слушай, по вере вашей да будет вам, что ж ты, говорю, с таким пакетиком маленьким на рыбалку поехал. Это тоже, вот смешно, да, но это в жизни, это он тоже верующий брат. Ну, как бы... Если ты едешь, и ты на что-то должен рассчитывать, да, бери с запасом. Где твоя вера? И в этой связи расскажу вам одну очень известную неканоническую притчу. Такая история. Женщина одна верующая услышала, что если будете верить и будете иметь веру, даже как горчичное зернышко, сможете горы передвигать. И вот она жила в таком месте, у нее дом так стоял, что гора закрывала свет, закрывала солнце. И она, придя домой, с сильной верой помолилась, чтобы эта гора передвинулась, чтобы ее не было. Легла спать, утром просыпается, открывает окно, а гора на месте. И она говорит, вот я так и знала. Это тоже проявление дара веры. Насколько часто мы молимся, сами не верим, что это может произойти. А когда потом видим результат, говорим, о, я так и знал. Так вопрос, где реализация веры? Когда ты молишься и говоришь правильные слова, и в этот же самый момент внутри себя ты не веришь, что Бог может это сделать. А теперь вспомните Иешуа и его слова. Почему он не сотворил многие чудеса в Капернауме? Потому что они не верили. Правильно? Так он сказал. Второй вопрос. Вопреки их неверию, он мог сотворить там чудеса? Конечно, мог. Послушайте, неверие человека не может остановить действие Бога. Но... Иешуа не хотел там являть эти чудеса, потому что не верили, а не потому, что он не может их сделать. Может, но смысла в этом нет. Вот когда человек верит, ну и то, о чем мы сказали, например, когда Иисус Навин молится и говорит, стой, солнце над Гаваоном, это, конечно, проявление дара веры. Сверхъестественное. Не так, как у нас с вами. Я бы сказал, не так, как у меня. Может быть, у вас он и проявляется намного сильнее, чем у другого человека. Но вы знаете, даже в служении мы говорим же о дарах. Вот, когда кто-то двигается, имея видение от Бога. Как можно реализовать видение, не имея веры в то, что тебе Бог это положил на сердце, открыл? Ведь очень много препятствий, очень много доброжелателей, в кавычках, в виде братьев, которые спят и видят, чтобы все это развалилось, рассыпалось, чтобы у него ничего не получилось. При этом, встречая тебя, улыбаются в лицо и говорят тебе правильные вещи. А потом ты узнаешь от других людей, что они хотят, чтобы у тебя ничего не получилось. Чтобы то, что ты строишь, рассыпалось и развалилось. Но вера человека разбивает это, как молот камень. 10 стих. Мы в 9 еще, да, иному дары исцеления тем же духом. Вот когда мы читаем дар исцеления, я чуть-чуть только сказал об этом.
Вы знаете, вот есть врачи, что называется, от Бога. Слыхали такое выражение? Люди всегда думают, что дар исцеления – это только через молитву. Нет, врачи тоже. Есть те, которые по призванию врачи. У них есть этот дар от Бога – лечить людей. Даже резать что-то, если это хирург, или терапевт, или детский врач, или ухо, горло, нос. Есть люди, которые имеют от Бога способность определенную. Хорошо, когда они верующие. Я много слышал свидетельств, когда врачи перед операцией молятся. Хирург молится, прежде чем будет оперировать человека. Я лично общался, правда, это было давно, с одним братом. Он очень молодой был, но уже защитил докторскую. Очень талантливый, способный хирург из Казахстана. Мы пересекались в Москве когда-то с ним. Он уверовал, оперируя человека. Потому что когда он увидел характер ранений, и то, как пули попали и остановились, 5 пулевых ранений, человек живым остался, верующий, якобы. И вот он его оперировал. Так его начали это, пропал свет, пока включились генераторы, пока то, лифт не едет, его на этой тачанке. А он говорит, да не волнуйтесь, сейчас я помолюсь, свет будет, молится, свет дают, электричество пошло. Вот. И он ему все время свидетельствовал, потом, когда он его там наблюдал, да, разбойники напали бандиту, он свой дом защищал, и вот попал в больницу человек. И этот он уверовал, этот хирург. Мы с ним за одним столом мы сидели 3 дня общались на семинаре специальном. Так, он врач, доктор медицинских наук с диссертацией. У него голова разболелась страшно. И он говорит, помолитесь за меня. Помолились, уже не помню, там сколько там, несколько человек. Все у него прошло, через несколько минут прошла головная боль. Почему-то люди думают, что если кто-то врач, то эта специальность лишает его возможности быть верующим. Да нет, и здесь в Израиле есть брат, который ведет общину, пастор. Много лет не мог подтвердиться, подтвердился, он хирург, оперирует здесь, в Израиле. Из русскоязычных. Алия еще. Конец 90-х примерно. И, конечно, мы переходим к 10 стиху. Дар чудотворения. Чудотворение – это когда у человека может вырасти новый орган. А мы знаем, что у людей не существует регенерации частей тела, ну, как у ящерицы, например, которой отпал хвост, она его регенерирует. Или саламандра, может быть, вы не знаете, но я еще помню, это из школьной программы. У саламандры, если отрезать лапу с костью, вот совсем, новая вырастет. Вырастает новая, способна к регенерации. Такая вот, такое существо. А человек нет. Но мы знаем из Евангелие, да, что Иешуа молился, и люди исцелялись. Я думаю, это 4 глава Евангелия от Иоанна. Вы помните, когда расслабленный, расслабленный – это парализованный, который лежал, говорит, некому меня в воды опустить. Ангел приходит, возмущает, воды. Ира, проверь, это Луки или от Иоанна 4 глава? Я Луки посмотрю. Нет, 4 главе он исцеляет сына царедворца. Иоанна, да? Да, купальня Вифезда. Бейт-Хезда, дом милости. Бейт-Хезда, мы там были, кстати, на раскопках. Есть место, это бассейн, это, он остался там, в Иерусалиме. Значит, там просто все там больные, слепые, да? Ангел Господень во время сходил в купальню, возмущал воду. Что такое возмущал воду? Дело в том, что есть источники и в Иерусалиме, и здесь, в Израиле, когда в определенное время суток
происходит толчок воды, и вода выходит просто из подземных источников. Накапливаясь, выходит. И возмущение воды – это как бы толчок воды, течение вот это. Все это, в принципе, очень легко объясняется. Но в то время люди думали, что это делает ангел. То есть воду пошевелил, пошло течение. Вот если это в этот момент в воду, то исцелись. И туда вот стекались все вот эти больные. А еще ему говорит, так тебе не надо это. Он без этого его исцелил, правда? Это чудо творения. Или когда сухая рука у человека стала здоровой, горб выровнялся. Исцеление Лазаря на четвертый день. Почему четвертый? В иудаизме считается, что первые три дня душа летает вокруг тела, хочет вернуться и может вернуться. Понятно, что это тогда так объясняли. Мы знаем сегодня, бывает литургический сон у человека, бывает вообще как бы такое состояние анабиоза. Ну вот так считалось, три дня, а это на четвертый, и уже разлагалось тело. Но это чудотворение, 100%. Ходить по воде, преломлять хлеб. Я хочу напомнить, что Елисей, пророк Илиягу, переходили Иордан по сухому, умножали хлеб. Пророк Елисей умножил несколько лепешек, на 100 человек хватило и еще осталось. Вот очень похожая история, как в Евангелии. Это все дар чудотворения. То есть не то, что в течение обстоятельств, и это сразу, вот когда у человека сразу происходит исцеление, это чудотворение. Исчезает болезнь или вырастает новая часть тела. Знаете, должен я сказать в этом промежутке, есть, к сожалению, люди, которые их называют целители по вере. Вот. Ну, это такое название не очень хорошее на самом деле. Вот они молятся за людей, и если человек не исцеляется, ему говорят, это у тебя веры не хватает. Это очень тяжелый грех так поступать, я вам скажу. Когда человек болен, а об этом пишет, кстати, сестра Джон, если вы помните, есть, она сломала позвоночник себе, она написала книгу, и одну главу она написала, или две главы, вот к той книге, что Бог исцеляет по вере, я читал эту книгу, она пишет там, как она приезжала в этой коляске, парализованная, на эти в Америке семинары. И к Бенни Хину, там в этой книге Бенни Хина на косточки разбирает автор, просто. И говорит прямым текстом, что он шарлатан, самый обыкновенный. Прямым текстом, имена, фамилии, без всяких там стеснений. А почему нет? Ни одного подтвержденного исцеления медицински у Бенни Хина, ни одного. И вот эта Джонни написала туда несколько, одну или две главы в его книгу. В его книгу, я не помню автора, к сожалению. Копперфилд этот, который фокусы делает, по заказу он попросил, чтобы он тоже главу туда написал. И объяснил, как он это все делает. Человек очень качественно подошел к теме вообще исцеления. Но сейчас не о нем речь. Значит, Джонни это пишет и говорит, вы не представляете себе мои ощущения, когда я ездила на все вот эти богослужения, а исцеления нет. Ее, во-первых, не всегда пускали, чтобы за нее помолились. Но после этого, говорит, мне звонят в номер и говорят, что-то ты не исцелилась, потому что веры у тебя не хватает. И она говорит, мало того, что я парализована, я больная, мне еще дают чувство вины, что это я виновата в том, что меня не исцеляет Бог. То есть это насколько надо быть бессердечными людьми. Автор этой книги описывает, как на служение к Бенни Хина берут человека из зала,
который плохо, вот с такими очками, линзами, выносят ему Библию вот с такими буквами. Да? Он прочитал, очки вот так растоптали на сцене. Его через 2 недели люди просто ехали и посещали всех, кто давал там свидетельство со сцены. Но он говорит, так у меня хоть очки были, а сейчас теперь вообще не могу читать Библию. Бедный, ему очки раздавили ногой. Все это показали, а что после этого никто не показывает. У меня вопрос, кому это все служит, кому это нужно, где служение вообще Богу, и что за дух стоит за этим всем. Знаете, даже если все это поделить на 10, это тоже тяжелый грех, я считаю. А там таких свидетелей собрано много. Поэтому дар чудотворения, он может проявиться. Причем может проявиться неожиданно, иногда у отдельного какого-то даже человека или группы людей. И это не значит, что потом он снова будет работать. Или будет работать по заказу. И почему так действует Бог, можно объяснить, но никто не даст ответ, чтобы это было как в математике. Знаете, 2 плюс 2 это всегда 4. Когда людей нашей национальности нанимают в бухгалтеры и задают вопрос, сколько будет 2 плюс 2, знаете, то Шлома всегда спрашивает, мы продаем или покупаем. Ответ от этого зависит у него. То здесь так нельзя. Вот эти все анекдоты, знаете, притчи. Речь идет о душах людей, о людях живых. Не знаю, мне кажется, нужно быть в Боге честным. Зачем это все? Есть хорошо, нету. Когда есть, это пусть люди скажут. Ишуа говорил, никому не рассказывайте. Сегодня там, камеры снимают, все интервью берут, рассказывают, показывают. А зачем это все? Отвечаю на вопрос. Корень всех зол – сребролюбие. Все просто, как апельсин. А мы двигаемся дальше. Иному пророчеству. Что такое дар пророчества? Очень много спекуляций в этом смысле тоже. Как правило, пытаются быть пророками или имитировать пророков сегодня люди, которые не могут никак и нигде проявить себя в другом. А пророчество, вот он говорит, так говорит Господь. Подожди, а как я узнаю, что это говорит Господь? Это Бог тебе говорит. И очень часто пытаются руководителям общин, знаете, какие-то бродячие люди непонятные. У меня вопрос, а он что, не может мне напрямую сказать? Это надо, чтобы ты пришел. Это где это в Библии вообще есть? То есть с тобой Бог говорит так, как ты утверждаешь, да, и ты знаешь. А со мной Бог не говорит. Так это слово против слова получается. Тогда давайте возьмем дела, давайте возьмем жизнь человека. И посмотрим внимательно на его результат жизни, прежде чем принимать какое-то решение. Что такое пророческий дар вообще? Иудаизм определяет пророка как человека, который никогда, ни разу не может ошибиться. Если он хотя бы один раз сказал неправильно что-то, его надо побить камнями, это лжепророк. Потому что тот, кто слышит голос Бога, он его так и передает, он не может его передать по-другому или ошибаться в чем-то. Сегодня так, а завтра по-другому. Пророки всегда призывали людей к покаянию. Задача пророка – не будущее предсказывать. Он не предсказатель. Он пророк. Что он пророчествует? Он говорит Божье Слово и призывает людей к покаянию. Почитайте внимательно всех пророков, малых, больших. Все служение пророка сводится к тому, чтобы люди покаялись и исправили свои пути перед Богом. И тогда пророк говорит, а если вы этого не сделаете, тогда Бог сделает вот так и вот так. А если не сделаете, еще усугубит это все. Если пророк пророчествует недоброе,
И это не происходит, это еще не значит, что он лжепророк. Почему? Потому что человек может покаяться, и тогда Бог не сделает то, что сказал через пророка. Вот то наказание не даст. Примеры из Библии. Книга пророка Ионы. Голубя. Иона – это голубь. Он приходит в Ниневию, пророчествует, и Бог не разрушает этот город. Почему? Потому что было общее массовое покаяние. Но там же сказано было, что через 40 дней этот город будет полностью разрушен, если не покаять. Ира, проверь, по-моему, там так говорил, через 40 дней. Или я ошибаюсь? Он все это сказал, сел в сторонке, чтобы не задело, и стал наблюдать. Ему интересно было посмотреть, да, как это будет. И когда Бог не уничтожил этот город, 40 дней он там ходил и пророчествовал. Он потом отошел в последний день и наблюдал, как это все будет. А люди покаялись. Значит, что? Он не может быть лжепророком. Спасибо, да, 40 дней. В Библии есть и другие примеры. Например, когда Исаия приходит к Ахазу, просит знамения, говорит, проси знамения, да, у Бога. Не, я не буду затруднять. И он ему говорит пророчество. Солнце на 10 ступеней, там тень на 10 ступеней отступает назад. То есть, если в случае Ишуа бен Нуна земля перестала вращаться, солнце стояло, это значит, земля не вращалась. Сутки остановились, как бы. То есть здесь вообще назад пошло на 10 часов. Вдумайтесь только в это. Какие были в истории вот людей знамения в плане небесных тел. А Бог сказал, что эти небесные тела, луна, солнце, для знамений тоже даны. И Он их делает не часто. Часто тоже не очень хорошо, наверное. Но когда пророк пророчествует доброе, и это не происходит, это явный признак, что это лжепророк. То есть, когда недоброе, человек может покаяться, и Бог отменит наказание. Это нормально. Но когда человек пророчествует доброе, хорошее, а это не происходит, это лжепророк. И как правило, это разрушает веру людей, потому что люди верят, слушая такого человека. Проходит время, неважно сколько, 2 недели или 10 лет, и человек видит, что этого не приходит в его жизнь, то, что ему пообещали. И он разочаровывается в Боге, он разочаровывается в своей вере. Кораблекрушение. Почему? Ему дали ложную надежду, его просто обманули. Это аферизм духовный. Поэтому я считаю это тяжким грехом, подобного рода вещи. Здесь нельзя повезет, не повезет, угадал, не угадал. Это судьба человека, это жизнь человека. Надо быть очень уверенным, чтобы это сказать. А у нас тут, не у нас, хотя и сюда иногда заносят некоторых, тысячами это, ну понятно, через интернет сегодня это к миллионам все попадает. Очень-очень много фальсификаций, манипуляций, подделок и так далее. Знаете, я вообще человек доверчивый, вот я верю в это все. Мне прислали, я не помню, это было 1-1.5 года назад. Прислали там где-то в Африке, молится у женщины, рука вырастает. Я вообще такой, я друзьям разослал, знаете как. Я верю, ну вот оно снято. Мне потом присылают, как она в другом месте, как она в том месте. То есть
Если это чудо, оно же один раз должно произойти, я так понимаю, да? А тут получается 5 разных мест мне прислали тоже видео, типа, Рос, посмотри. А, я думаю, что это такое? А потом пишет одна сестра, она училась с моим другом когда-то в семинарии. И она медик по образованию, она как раз специалист в этом вопросе. И она пишет, это называется, там она прям написала по-медицински название, когда у человека ломается кость, вот так, а лечить некому, она срастает, вот так, смещение происходит. И человек двигается, карман возникает, то есть кость в кость, она как бы постепенно проделывает такой карман внутри, все это заживает, понятно? Но мышцы и сухожилием она может вытянуть вот так и поставить кость в кость. У тебя на глазах вот такая была, вот этот кусок, да? А потом раз, вытягивается и на место, и думаешь, вау, ну реально чудо. Даже это оказалось подделка и фальсификация. Вот так у нее заросло, кто-то ее нашел. Ну и они вместе стали, что называется, делать бизнес. А на верующих же легко бизнес делать, слушайте. Мы-то верующие. Ты попробуй это с неверующими провернуть. Надо быть большим специалистом. А тут верующие все. Мы же сразу верим. Такие мы доверчивые люди. И вот когда это делают, можете представить себе, как это плохо, когда вот так дискредитируют веру, дискредитируют Бога, дискредитируют служителей, у которых действительно этот дар может быть, и может проявиться этот дар, а его вот так дискредитируют. Вот где грех, вот что плохо. Но мы о пророках, да, говорим. Так вот, пророк настоящий, это тот, который пророчествует доброе, и это происходит. Сегодня, как раскрываются пророческие дары? Любой человек, который стоит за кафедрой, как я сегодня, и передает Божье Слово. И отсюда из Библии. Мы же верим, что это пророческое слово, все. И что это пророческим духом написано, правда? Получается, вся вот эта книга, это пророческая книга. Любой человек, который объясняет это, и говорит, что есть Царство Божье впереди, это пророчество. Кто не покается, попадет в ад, это пророчество. Но оно отсюда. И ты объясняешь то, что здесь написано, это и есть реализация пророческого дара. Я сейчас вам покажу пример в Библии. Но вспомните Еремию. Еремия пришел, и он пророчествовал людям, да? Мы же читаем сегодня его книгу. Все, что он тогда говорил, мы сегодня это читаем здесь. Исаия пророчествовал, и мы читаем эту книгу. Там много всего написано. И даже не все еще произошло. Но пророки передавали Божье Слово. И сегодня, если человек передает Божье Слово, он пророчествует. И для этого не обязательно предсказывать будущее. И еще, пророки не обязательно должны делать чудеса, чтобы доказать, что они пророки. Иоанн Погружающий, Иоанн Креститель, пророк или нет, как вы думаете? Величайший из пророков. Да. Евангелие от Иоанна, 10 главе, 41, может 42 стих. Там написано, что он никакого чуда не сотворил, никогда, ни разу. Но все, что он говорил о Иешуа, было правдой. Вот где реализация пророческого дара. Говорить правду о Машиахе, которого послал Бог. 10:41. Понимаете? Сегодня проповедник, который говорит с кафедры о том, что Иешуа Машиах, и доказывает это из Писания, он пророчествует. Он правду говорит о нем. Как Иоанн Креститель. Книга Деяний апостолов, 15 глава. Я прочитаю с 30 по 32 стих. Итак, отправленные пришли в Антиохию,
и, собрав людей, вручили письмо, то есть послание принесли. Это были Иуда, Сила, Павел и Варнава. Вот они пришли в Антиохию. Они же, прочитав, возрадовались о сём наставлении. Иуда и Сила, будучи также пророками, обильным словом преподали наставления братьям и утвердили их. Слышите, как написано? Иуда и Силуан, будучи также пророками, обильно преподали им Божье Слово. Ни чудеса рассказывали им, ни будущее предсказывали, что их там ждет. Сегодня все считают, что пророк – это тот, кто говорит, что будет впереди, или угадывает, там, узнает что-то. Да, довольно часто пророкам открыто о других людях какие-то вещи. Но пророческий дар целостно реализуется в передаче Божьего Слова. И это не я говорю, я показываю, где это написано в Библии. Так вопрос, или у нас библейская все-таки будет позиция, или сформированная отдельными специалистами, так их назовем. Иному развлечение духов. Развлечение духов – это способность или дар узнавать происхождение данного явления. Оно от Бога или не от Бога? Какой дух за этим стоит? Потому что за любым явлением находится какой-то дух, какая-то духовная сила. И за каждым человеком проявление какого-то духа наблюдается. Развлечение духов – это когда человек понимает, это от Бога или это не от Бога. Вот это развлечение духов. Это не обязательно, что знать, это дух серебролюбия, а это дух блуда, а это дух обмана, а это дух, не знаю, фальшивомонетчика, а это еще там куда-то таких духов, знаете, список бесконечный. Нам достаточно знать Божий дух, а все остальное уже плохо. Есть еще дух человеческий, но дух человеческий – это как бы нейтральная территория, где может быть либо один дух, Дух Божий, либо не Божий Дух, тогда это будет Дух нечистый. Поэтому способность человека видеть эти вещи – это и есть развлечение духов. Иному – разные языки, иному – истолкование языков. Теперь смотрите, иному – разные языки. Тут не написано «иные языки», правда? Написано «разные языки». Получается, полиглот – это тоже одаренный Богом человек, который знает там 15 языков. И может служить в собрании. Вы представьте, допустим, тот же Коринф, где приезжали моряки со всего мира. И у них есть брат, например, который знает персидский, там, греческий, арамейский, еврейский, испанский, карфагенский, наречия какие-то. Это же, разве это не одаренный человек для церкви, чтобы в собрании стоять и переводить? 100% да. Так вот здесь написано иному разные языки. Поэтому в прошлой проповеди я сказал, что у людей, я так верю, кто со мной не согласен, я с ним согласен, пусть будет не согласен, пусть думает иначе. Но я думаю, что людям изначально есть задатки у них, а Дух Святой дает реализацию этой способности или этим дарам. Для созидания общины. То есть, если не для созидания общины, то это не дар. Хотя способность есть, может знать тоже 15 языков. Но когда он строит общину этим, уже это дар Святого Духа, который помогает ему, дает мотивацию дополнительную, иногда еще что-то. До этого ехал без турбины, Духом Святым его погрузило, теперь у него с турбонаддувом двигатель начал. Легче и быстрее передвигается, языки осваивает. И, конечно, есть, поэтому тут и написано иному разные языки, а иному истолкование языков. И этот же стих мы можем применить к говорению на иных языках, как гласолалии или молитва на незнакомом, непонятном языке, что характерно и у католиков, и у православных, и у протестантов.
понимается это одинаково, одинаково. И в 14 главе этого же первого послания в Карим мы поговорим о том, как правильно пользоваться даром говорения на иных языках, чтобы не смущать других людей. Поэтому есть два проявления или два вида иных языков. Это иностранные языки, знания или способность их осваивать. Это дар Божий. Все странно, даже в миру люди говорят «дар Божий», да? Ну так если Божий, то это же дар Святого Духа или нет? А верующие не могут поверить, что от рождения у человека этот дар может быть. Но он же может и не реализоваться никогда, если он не уверует. Дар есть, а он не уверовал. Все, нет реализации. Поэтому Дух Святой, когда приходит, я повторяю то, что говорил в прошлой проповеди, он оживляет этот дар. Он наполняет его смыслом, силой и дает ему правильную реализацию. Ну, например, человек, пример вам приведу, правильная реализация. Есть люди, у которых прямо вот эта способность такая, любой замок может открыть. Знаете, слышали о таких? Они тренируются, им это интересно. Есть те, которые воруют деньги из сейфов, из этого, открывая эти замки. А есть те, которые помогают другим, у кого-то дверь захлопнулась, или не могут тот же сейф открыть. Он приезжает как специалист и вскрывает этот сейф. Но он не ворует ничего. Это пример, вот это специальность же, это не дар Святого Духа открывать замки. Но это пример, это реализация. Можно это реализовать правильно, а можно реализовать неправильно. Об этом я сейчас. То дары Святого Духа тоже могут вот так где-то застрять, а у кого-то реализоваться. И даже менее одаренный человек принесет больше плода в жизни и больше пользы для общины, чем суперодаренный, который не может справиться с гордыней, например, или с амбициями своими. Он меньше, он вообще не может не принести пользу, а иногда даже и урон. Поэтому иные языки и истолкование иных языков есть тоже такое. Я сам лично переживал в своей жизни дважды, когда я истолковывал иной язык молитве человеку, и он подтверждал эти вещи сам. Это было... То есть я это не практикую, у нас... В принципе, община как бы движется по-другому. Ну вот я был на программе, на конференции. Мы молились, я не помню, по-моему, 7 нас человек, 6, может быть, пасторов, все служителя, и мы в группе молились. И брат говорит на иных языках там кто, на незнакомых, непонятных, да? И вот он говорит, вот какое-то слово новое, я так раньше не молился, вот это и там какую-то абракадабру говорит, да? Тут в Израиле это. А у меня вот так мне знак, раз, вот так, я понимаю просто, что это. Плюс мне Дух Святой говорит, где это в Библии. Я просто вот так открываю стих из Библии. Говорю, я сейчас, братья, вот вы все служите, проверьте, у меня есть понимание. Хорошо, давай. И я говорю, открываю место вот так в Библии, зачитываю стих, который мне Бог сказал. И просто объясняю этот стих так, как я обычно это объясняю, вот как я умею, как я знаю. И я ему говорю, вот так и так. Ты пастырь, ты всем служишь, а люди, когда хотят тебе послужить, ты не принимаешь это. Закрывая тем самым благословение тому человеку. Простые вещи объясню. И он говорит, никто об этом не знал, но это правда. Я говорю, даже жене это не говори. Ну, то, что ты сейчас сказал, это да, это есть в моей жизни. А потом там через один, вот мы, это было все на одной молитве. Молимся, и снова мне четко Бог дает понимание, толкование иного языка. И опять через Библию, опять через слово из Писания, стих. И человек подтверждает, говорит, да, это правда. То есть я ему сказал, как бы,
где была проблема, это на самом деле было обличение с моей стороны. Но все это в братской любви, и человек подтвердил, да, так и есть, это правда. Я думаю, есть и другие виды проявления, толкования иных языков. Но я знаю точно, что это есть. И это работает, может так, а может по-другому, но есть. Работает. То, что в Библии написано, правда. И если люди никогда это не видели или ни разу с этим не столкнулись, это не значит, что этого нет или это неправда. И нужно этому какое-то объяснение, такое, вот, знаете, математическое, земное, упрощенное. Ведь мы говорим о Боге. И, как правило, о Боге трансцендентном, который там, мы вообще не знаем, какой он, что он. Характер, да, как он проявляется к людям, да, но не знаем, как он выглядит, какого он размера, мы еще понятия не имеем. Для нас это абстракция. Все же сие производит один и тот же дух, разделяя каждому особо, как ему угодно. Именно поэтому нельзя имитировать дары, именно поэтому нельзя делать вид, что он есть. Или пытаться занять позицию, в которой кажется человеку, вот так можно сделать, и никто знать не будет. Да всегда будут, одаренные люди будут знать. Я вам хочу сказать, всегда видно, есть у человека дар или нет. Не обязательно такой же, как у тебя. Писание говорит, для чего даны эти дары. Не для меня, не для тебя, не для зарабатывания денег, не для того, чтобы рекламировать везде и себя показывать. А чтобы созидалась община. А люди концентрируют все на себя. Одного человека, чтобы было видно. Нельзя этого делать, это плохо. Это плохо. Это не значит, что нужно не уважать или не ценить служение каких-то людей отдельных. Да? Обязательно нужно. Мы еще будем об этом говорить, и Библия об этом говорит. Но дары и проявления даров, они даны для созидания общины, а не для того, чтобы построить на этом себе состояние. Это факт, это 100% я говорю. Посмотрите на апостолов. У них что, виллы были, самолеты, дома? Нет. Покушать, одеться, заплатить за ночлег, кому-то помочь. То есть, какой-то такой вот нормальный жизненный уровень, да. Но не мега богатство. Мы с Ирой посмотрели, когда это было 3 недели назад в Америке, в церковь, во время богослужения. Зашли грабители в масках. И сняли с пастыря и его жены колец на $1 миллион с бриллиантами. Цепь вот такая, что собаку можно водить на ней, бультерьера можно на этой цепи водить золотой, он ее не порвет на шее у него. Вот такая вот медаль, я не знаю, жена на ней. Перстни, бриллианты, все на миллион с 2 человек, с пастыря и с его жены сняли на $1 миллион. Побрякушек. Это без этого что, нельзя проповедовать? Это ж откуда это? Это бизнес, что ли, такой? Он что, бизнесмен? Где он это, откуда он взял? Часы. Так это то, что он одевает один раз на богослужение. Я думаю, дома там еще есть. И машины, и все, что там вообще. Обычно такие люди, у них очень богатая мебель, ковры, понимаете? Транспорт, одежда. Это сегодня, сейчас. То получается, Иисус, Он царь, правда? И эти люди служат царю. Но получается, царь ходит в сандалиях, ходил в сандалиях и в одной рубашке. А у его рабов
Золотом, бриллианты. Как такое бывает вообще? Что это? Это не его царь. У него кто-то другой царь. 100% вот таких людей. Я не призываю к нищете. Конечно, нет. Я понимаю, что бывает, что кто-то кому-то что-то подарит. Но знаете, подарки, они же тоже ослепляют. Есть какие-то границы, есть какие-то пределы. И вот в этом смысле дары, я просто сегодня сейчас я резюмирую, да, этот отрывок. Дары даны не для того, чтобы мы обогащались. Дары даны для созидания общины. И мне кажется, вот эти люди что-то перепутали в своей жизни. Причем это, не знаю, вот не только Америка, и в других странах это есть. У них свои клубы, свои тусовки. Вот я туда не попадаю, и ты туда не попадешь. У них свой какой-то уровень там и так далее. А я считаю, что это люди, не знающие Писаний, не знающие Бога, а просто эксплуатирующие Библию и тему Бога, так, как им это выгодно. Потому что также знаю лично людей, один из них уже умер, почил, 85, да, ему было? Да. Примерно. Брат. Я не буду называть имя. Его многие знают. И я его знаю. Знал. Да. Очень богатый. Уверовал в 42 года, по-моему. В Америке у него было вообще... Он кореец. По этносу. У него... Я в газете читал вот его свидетельство. Лимузины там. Вилла, дом. Свое там. Знаете, как в Америке? От ворот до дома доехать еще надо через лес на машине. Свое все. Он это все продал. Закончил семинарию, на все эти деньги он открыл служение и миссию. Жена его лежала там месяца полтора в кровати. Вообще не могла понять, что происходит в жизни. Тут все было, тут резко все исчезло. Вот так он. Тоже уверовала. Но служение он совершил колоссальное. Еще лет 8-10 назад больше 30 тысяч общин человек открыл по миру вот так вообще. Все направлял на служение. И у него никогда в кармане даже 5 долларов не было. Ему братья там засунут, он найдет, кому-то отдаст всегда. Ему все покупали, билет, куда лететь, вышел, проповедует опять. То есть есть же другие примеры. У меня дома ночевал, это был 2004 год, у меня дома ночевал из Америки тоже брат, служитель, он пресвитер. В общине вот этого вот пастыря. Два дня у нас жили. У него тогда было две компании по электронике. Он миллионер. И он себе брал десятину, он не жертвовал десятину, себе ее оставлял. А 90% жертвовал в общину на служение. То есть он жил на 10%, а 90% отдавал. И все равно миллионер. И жил в обычной квартире, ездил на обычной машине. Ну, не на старой, но не по заработку. Понимаете, такой человек, когда ездит на Тойоте, это все равно, что на самокате или на велосипеде кто-то будет ехать. Это те, кого я знаю. Почему я не могу сказать, что это правильно, а то неправильно? Это я так вижу, это я так понимаю. Кто понимает иначе, понятно, нам не по дороге будет с таким человеком. Я хочу всех благословить. Пусть у всех будут свои дома, свои квартиры. Просто, чтобы не переезжать с вещами, хотя бы для этого. Потому что, уйдя с этой земли, мы все равно уйдем. Мы с собой не возьмем ничего. То есть, так или иначе, мы все на съеме. Мы все на скируте. Даже те, кто в своих квартирах живут. Но я всем желаю иметь свое жилье. Иметь нормальную машину, транспорт, передвигаться. Если надо две пусть будет. Просто используйте это.
для служения, и все. Кому-то надо дать, дай ключи, пусть поедет, все нормально. Пусть все работает, пусть все служит. И пусть Бог благословит нас, чтобы мы искали Царствие Его, а не того, что язычники ищут в этом мире. А это же Иешуа говорил. Вот этого всего ищут язычники. Вы горнего ищите, Царство Божьего ищите. Это же Евангелие от Матфея. 6 глава, 5 глава. Об этом он говорит. Кто счастлив. И пускай ничто и никто не сможет изменить вот это убеждение. Потому что проповедуя богатство и иногда вставляя слово Иисус Христос, это не значит проповедовать Христа, поверьте. Жизнь, результат, который есть, это и будет свидетельством. Я думаю, все эти люди, когда пред Богом предстанут, будут стоять как футболисты в стеночку, руками прикрывая срамное место. Футболисты, чтобы травму не получить, а те будут от стыда это делать. Помолимся. Небесный Отец, мы благодарим Тебя и славим за Слово Твое. Молю Тебя, Господь, благослови нас дарами, благослови нас харизмой, благослови нас проявлением этих даров, чтобы они в полной силе созидали наши общины. Господи, наполни нас Словом Твоим, силой Твоею и дарами Духа Святого, чтобы не было недостатка ни в одном даровании в этой общине. И каждый дар пусть созидает тело Машиаха, а не наносит ему ущерб. Господи, благослови нас быть ответственными за эти дары и перед Тобой, и перед другими людьми. Благословляю Тебя и молюсь во имя Иешуа Мессии. Аминь.